суперхит, бестселлер, постельное белье «Золотая вышивка». И размер, Юль, сегодня поражает. Вот эта комплектация, скажу я вам. Так, уточню размеры. Давайте заострим на этом внимание. Действительно, «Золотая вышивка» представлена в двух редких размерах. Обычно у нас полутораспальный, двухспальный евро. Эти размеры есть тоже. Но есть еще два редких размера. Это двухспальный с увеличенной, с европростыней под нестандартные матрасы. А также комплект семейный с двумя пододеяльниками, каждый полутораспального размера. То есть сегодня комплект можно выбрать на каждую спальню. Ну и посмотрите на цветы. Конечно, я вас понимаю. Ручки тоже потянулись к телефону. Ну какая женщина стоит перед такой изысканной цветочной поляны. Кажется, будто мастерицы вручную вышивали наши золотые цветы. И правда, вот, Юль, эффект потрясающий. Я даже не знаю, на каком материале можно такой фантастический узор создать? Конечно, на материале не на каждом. А вот на поплине рисунок смотрится особенно натурально, потому что ткань гладкая, бархатистая и передает цветовые вот эти все наши, да, визуальные ощущения, ну, максимально хорошо, максимально натурально. Но здесь самое главное то, что наш комплект выполнен с эксклюзивным дизайном, в эксклюзивной разработке от нашего лучшего российского производителя. Мы видим с вами необыкновенное, просто волшебное ощущение от этих цветов. Как будто россыпь золотых нитей и россыпь жемчуга. А это просто такое сочетание цветов. Да, но, конечно, нас уже Юля избаловала разными решениями, разными принтованными постельными комплектами. И, Юля, мне хочется спросить, поплин, это что за материал? Многие, возможно, сейчас не знакомы и слышат его впервые. Ну, я думаю, что многие слышали слово поплин, но не все знают, что это хлопок, это плетение хлопка. Но плетение по особой технологии. Очень эффектно, особым способом сочетаются тоненькие нити хлопка и более толстые нити. И получается плетение с эффектом бархатца, чуть-чуть похожее даже на сатин. Она нежная ткань получается, по тактильным прикосновениям очень приятная. Я как эксперт выбираю поплин, я сама сплю на поплине. И ты знаешь, буквально вот я приболела тут, и ко мне приезжала подружка из Подмосковья навестить меня. Я ей постелила поплиновое белье, она мне на утро сказала, я спала без задних ног. Она нервничает в последнее время, разводится с мужем, к сожалению, и говорит, выспаться никак не могу, а у тебя наконец-то выспалась. Я говорю, это было не волшебство, Оксана, говорю, это был комплект из поплина. А вот так вот действительно наши тактильные ощущения очень влияют на качество сна. Если с нашей кожей соприкасаются нежные, мягкие, приятные ощущения, то мы и спим гораздо лучше, крепче, и высыпаемся быстрее. Ну а я все время думала, и почему ты все время восхищаешься хлопком? Говоришь, что хлопковое белье самое практичное и лучше всего подходит для спальни. Теперь понимаю. Конечно, хлопковое белье действительно я вам как эксперт рекомендую. Дышит кожа, материал всесезонный. То есть не каждый материал можно в нем активно вести себя и летом, и зимой. Он прекрасно ведет себя при любой температуре, подстраивается под температуру тела. Тело дышит, и вам не жарко до самого утра. А вот сейчас как раз речь о дизайне. Дышим, наслаждаемся, спим на нашей любимой постели. А в это время наш глаз отдыхает на дизайнерском принте, который сегодня предлагает нам постельное белье «Золотая вышивка». Юль, ну если с комфортом, с тактильными ощущениями и с визуальным восприятием мы с тобой познакомились, а что вот касается качества? Ведь чаще всего у нас наволочки выходят из строя. Да, очень часто лопаются швы, особенно на стыках, где у нас кармашек. Давайте проверим, какие здесь у нас замечательные швы. По ГОСТу выполненные швы, все обработано хорошо оверлоком. Не торчат ниточки, посмотрите, идеальный, просто ювелирная обработка. Давайте посмотрим шов двойной бельевой, как выполнен. Основной шов, который держит наволочку, не дает ей разойтись. Так вот, современный поплин, качественный, по ГОСТу выполненный, даст белью прослужить до 10 лет. Поплиновое белье считается одним из самых прочных и при этом мягких и нежных, шьют рубашки и даже нательное белье из него. Вот это все, представляете, красоту, комфорт, качество вы забираете по такой цене. Прямо сейчас позвоните, заберите. И ведь, кстати, с таким подарком не стыдно прийти в гости, его не стыдно преподнести с приятными теплыми ощущениями. Очень яркое, очень красивое дизайнерское постельное белье «Золотая вышивка».